Ребята, всем привет, с вами Габигал, мы находимся в игре Сталкер Великая Война. Если вам нравится данный видос, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на данный YouTube канал. Приятного вам просмотра. Так, ребят, я слышу, короче, кого-то стреляют. Кого? В кого тут стреляют? Ребят, вы сидите, шашлыки едите. Чё? Кто в вас стреляет? Я, что ли? Я вас не стреляю. Так, кто тут? А тут, походу, тут у всех пикник. Они вышли сюда на войну, чтобы в пикник провести. Я понял. У всех пикник, да? Я надеюсь, тут пикников... А, ну да. Конечно. Тут тоже пикник. Пацаны, ну у вас тут вообще чил на чил. У вас джигана не хотите пригласить? У вас тоже нормальный такой пикничок. Окей. О, музычка играет. Главное, чтобы мне не дали авторские права. Ты что-нибудь видишь? У тебя все хорошо вообще по жизни, там нормально вообще двигаешься? Ты просто ходишь по приколу, да, у всех пикник, а ты ходишь, работаешь, да. Ты в забор идешь, кстати. А, не в забор. Окей, ладно. Вы типа охраняете, да? Охраняете людей, которые ведут пикники. Так, ладно, интересно, что здесь у нас идет. Тут у нас пограничная зона, я так понял. Тут у нас пограничная зона, давай посмотрим, что здесь. О, какое солнышко прекрасное. Где мы находимся вообще? Опчики, тут лестница есть. Окей, давай по лестнице. Смотри, у него есть анимация, как он по лестнице лезет. Ничего себе, игра какая проработанная, нифига себе. Паркур пошел, это ассасин. Так, ладно, залетаем сюда теперь. Так, тут вообще кто-нибудь есть? Давай на крышу залезем и посмотрим, может здесь кто-нибудь у нас есть. У нас на крыше никого нету, к сожалению. Я придумал! Давай, короче, знаешь, что сделал? Там, я слышу выстрелы. В кого ты стреляешь? В кого вы стреляете, пацаны, я не вижу ни в кого. Бегу помогать. Ой. Кто это? Это что такое? Ты кто? Вася, отпусти меня! Отпусти, я не пельмень! Нет, отпусти! Кто, где? Вот он! Они пропадают, они становятся невидимыми. Окей. Где ты? Давай, иди сюда. Ну, опачки, приветики. Да что за отдача, даже в КС-ке у Калаша такой отдачи нету. Где он бегает? Я не вижу. Куда ты стреляешь? Я не понимаю. Вон он, маленький. Кто это? Это что за псины? Тут только что муталты бегали. Где муталты? Я собак не собираюсь убивать, я не живодер. Да кто это? Ты собака, ты... Она убила, походу, нашего. Все, минус собака. По-моему, я грохнулся. Воу, ставит собак, напала на нас. На нас напала, ставит собак. Пацаны, давайте. Капец, она нападает. Иди сюда. Говна кусок съела. Давай. Минусуем эту шавку. Все, минус. У меня патронов нету. 25 штук. Окей. Братишка, помоги, пожалуйста. У тебя нету аптечки? У меня кровотечение как бы. Ничего? А, во, все, у меня есть аптечка, нормально. Слава богу, я думал, кровотечение. А бинты не нужно? Ну, типа, бинты, чтобы кровотечения не было. Пацаны, все, что ли? Мы всех поубивали? А где вот эти вот монстры, которых... Что это такое? Даже... Куда я зашел вообще? Что это такое за игра? Что это за игра? Почему у меня фризит? Ты че, почему умер? О, у него калаш прикольный. Давай возьмем этот калаш и попробуем с ним походить. Окей. Вау, вот это уже другое дело, пацаны. Вот это уже другое дело. Давай залутаем этого типа, который прилег поспать. Так, окей, да, у него аптечка есть, колбаска, какие-то штучки. Ну ладно, мне это не надо. У меня теперь есть калаш модифицированный, укороченный, там супер-пупер навороченный. Зачитал тупо. Капец, кто это? Кого уничтожить? Его надо уничтожать? Он желтым светится. У меня... Это же не наш был? Это наш был. У него снайперка. Выкидываем бизон и ставим снайперку на его место. Стой! За что? За что в меня стреляют? Я умер. Отлично. Так, за какую теперь? Давай рандомно вот так вот мышкой кручу и попадаю на... Нет, не попал ни на что. Так, давай еще. Раз, два, три, четыре, пять. Опачки, вот это что это у нас такое? Ладно, пофиг, давай начнем за нее играть и посмотрим уже там дело как пойдет. Воу, ребят, я, короче, заспавнился. Так, тут какой-то машина лежит. Воу, здравствуйте. А что, все так плохо? Я тоже в противо... Кто стреляет? Кто? Вася, ты что-то путаешь. Знаешь что, я профессиональный игрок в эту игру, поэтому в меня нельзя стрелять. Ты в курсе? Хопочки.
Опачки, это папх, это папх. Еще раз. Опа, все, нашел, где ты стреляешь. Ой, я ранен. Почему все так быстро закончилось? Почему я теперь с пистолетом? Я, может, возобновился или возродился? А, нет, я за другого типа играю теперь, походу. Я так понял. Так, у тебя есть какое-нибудь оружие? Милос! Васька просто уничтожил. А что у него с лицом? Ты смотри, у него какие-то штуки из лица. Опачки, все, я понял. Так, где ты? Меня зацепило. И что? Опять по... Что это такое? Я не понимаю, я не успеваю играть, и уже... Окей. Так, ребят, мы начали играть за другого. А что со мной не так? А, все, я могу играть. Так, ладно. Окей, побежали дальше. Вон, они откуда вот оттуда вас стреляют? Блин, за машину надо спрятаться. У меня все. Все, ГВП использовать. Не знаю, что это я взял. Меня опять убили, вы погибли пятый раз. Да какого фига, я не успеваю ничего. Так, я выхожу на улицу. Вроде бы никого нету. Окей. Может вообще убежать отсюда? Давай попробую убежать отсюда. Если у меня будет такая возможность вообще, если меня опять снова не прикончат. Блин, кстати, красивый город был бы, если бы он был бы живой. Так, я никого не вижу. Так, я вижу говно. Говно в здании сидит. Вон там он. Вот в этом окне он стрелял. Давай поближе. Вау! Ты кто? Просто! Резко выскочил. У тебя калаш? Нет, мне это не интересно. Спасибо тебе, конечно, большое за оружие. Предоставлено. Минус. Просто что за красоту я сейчас творю? Просто двоих вынес. Вынес двоих. Тут еще один сидел в этом здании. В этом здании еще один сидел. Ну, вон ходит кто-то. Смотри. Ножки. Приляж, поспи, сосуночек. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я пошутил, лесосуночек. Блин, я уже столько своих бойцов, блин, использовал просто так. Вот этот последний, кстати, нормально пошелся. Потому что он уже довольно много убил. Так, вот кто стреляет. Вот кто стреляет. Давай, выходи, Вась. Ну, Вась, выходи же. Выходи. Выходи, я знаю, что это здесь. Так. Никого нету, прикинь. А почему я не могу быстро ходить? Что со мной не так? О, я могу прыгать. Окей. О, ребят, он просто медленно, ужасно медленно. А, я сижу, ёп. Боже. Ой, там в меня кто-то стреляет. Ты где? Вась. А, вон она ножка. На, по ножке. На, мой хороший. Опачки, здравствуйте. А вы кто такие? Мы вас не звали. Идите покушайте. Покушайте, а тут дохленькие. А, вон он. А, понял? Он прилег на землю. Все, спать. Я уничтожил всех. Тупо всех уничтожил. Так, идеально. Что я могу сказать? Давай посмотрим на их лицо. Посмотри, что у него с лицом. Это кровосос! Это кровосос в одежде, алё! Что это такое? Нет, я хочу продолжить, алё, Вась! Столько группировок, столько можно всего снять, но... Что со мной не так? Почему я боком стою? Окей, мне стало плохо. Стоять! Так, минус еще один. Окей. Так, там кто-то стреляет. Ладно. Почему мне жестко фризит сталкер? Что за проблема? Здравствуйте, товарищ прапорщик. Извините, что мне пришлось вас прикончить. Тоже идеально. Так, на карте я вроде пока что злых не вижу никого. Никого из злых не вижу. Так, у тебя с лицом все нормально. Я хочу посмотреть на тех типов. Что это? Это же кровососы. Это же сплошные кровососы. Снорк! Это же снорк, да? Он же так называется, ребят. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если это называется снорк. Посмотри на его лицо. Просто посмотри на его лицо. Это кровосос в одежде, который стрелять умеет. Ничего себе. А это наш типочек лежит. Йоу! Откуда? Где? Я не вижу. Братишка, помоги мне. Вот здесь сидит, в кустах. Вот он. Да, конечно, восьмой раз. Что я за дотер просто? Так, ладно. Я бегу на помощь. Минусуем его. Что? У меня что, сталкер вылетел? Ладно, ребят, спасибо за просмотр. С вами был Габиган, это была игра Сталкер. Великая война, война группировок. Хотите как хотите, так и называйте. До скорых встреч, если понравился видос. И пишите, пожалуйста, комментарий про Сталкер. Мне очень интересно будет почитать там про какие-нибудь секреты, моды и все разное. Спасибо за просмотр, до скорых встреч.